чем вы должны были заниматься вот после окончания? Органическая химия, взрывчатые вещества, фармацевтика. В голове она появилась, когда появились дети. Вложения были немалые. О, вы есть, а мы не знали. Доказано, общепринято и не подвергается никаким сомнениям польза раннего грудничкового плавания. Требую хорошо. Помощь? Помощь нет. В Щелково такого центра больше нету. Бухта не просто так организовалась. На самом деле я очень давно держала эту идею и в голове. Когда давно? Когда давно. Я занимаюсь спортом профессиональным практически 20 лет. Вот. Но мой спорт другой, не плавание. Вот. Естественно, когда появились дети, немножко направление пошло в сторону детей. Дольше всего мы искали помещение. Как только было найдено помещение, все согласования по ремонту. Ремонт занял у нас 2,5 месяца, но с этим объемом, который мы произвели, это быстро. Мы начали ремонт, по ходу пьесы мы поняли, что у нас будут еще непредвиденные работы, но слава богу, что и бригада была профессионалов, и я понимаю в строительстве, и муж у меня тоже из строительства, он занимается вентиляцией. И все вместе мы, конечно, мобилизовались и сделали все очень быстро. Наш бассейн «Бухта-Барахта» — это не единственный бассейн в России. У нас сеть бассейнов, в том числе в Ижевске 4 бассейна и 3 бассейна в Уфе. Мы не просто франшиза. Это ваши друзья. Да, это мои друзья. Финансовая поддержка была от мужа и его бизнеса? Нет. Финансовая поддержка была полностью решена таким способом. Ну, у нас была квартира, мы ее продали, и все деньги с продажи квартиры мы пустили в этот бизнес. Вот это был шаг очень сложный, очень серьезный, потому что если бы меня муж в этот момент не поддержал, мы бы пустили бы эти деньги совсем в другое, либо бы не продали квартиру, был бы какой-то пассивный доход. Все мамочки, вот особенных деток, они понимают необходимость. Но поскольку они с самого рождения обязательно должны проходить определенный курс реабилитации, гидрореабилитации, массажа, ну, ни у кого средств на это не хватит собственных. Но мы не муниципальное заведение. Я не могу бесплатно предоставить тренера и воду. Как минимум, да, стоимость занятия должна окупать хотя бы мои коммунальные платежи и зарплату тренера. Что касается головного мозга кровообращения, да, то есть в момент того, когда ребенка приводят плавать, есть определенные упражнения в бассейне, ребенок плавает, ребенка учат нырять, задержка дыхания. Что происходит в момент задержки дыхания? Идет укрепление сосудов головного мозга в шейном отделе позвоночника, соответственно, идет развитие головного мозга. То есть задержка дыхания произошла, мозг начал активировать свои бета-ритмы, и, соответственно, мозг начинает гораздо лучше ребенка работать. Что потом, к чему это приведет? Это улучшенная память, ребенок будет лучше учиться, да? Лучше запоминать. Это бассейн «Капитан», 18 кубов воды, глубина 1,20 м, температура воды 33 градуса. 32-33 мы держим, естественно, все это автоматически поддерживается. Система очистки воды многоступенчатая. Естественно, песчаные фильтры, фильтры грубой очистки. Естественно, есть обеззараживание воды. У нас обеззараживание воды на базе олигодинамических растворов меди и серебра. Это разработка нашего Российского научно-исследовательского института. Мы пользуемся с первых дней нашей работы этим оборудованием. Меня очень устраивает. Устраивает то, что вода более мягкая. Мне не приходится добавлять хлор. А с какого возраста начинается? У нас самое раннее плавание с 2 месяца в бассейне, индивидуальное. По большому счету можно и с первых дней, но родители боятся таких малышей. Для таких маленьких у нас есть патронаж на дому. Угу. То есть любой тренер может выехать на дому, сделать патронаж в ванне. Вот. С 2 месяцев мы плаваем уже в бассейне. Есть 2-я чаша, в ней водичка немножко потеплее, на 1 градус. На данный момент в нашем центре 5 тренеров-инструкторов. Я их называю тренер-инструкторы, потому что мы все же не образовательное учреждение. Угу.
Хотя практически у всех из них есть педагогическое образование, и даже по диплому они тренер-преподаватель. Мало быть просто тренером-преподавателем или хорошим пловцом. Для того, чтобы стать инструктором по раннему плаванию, нужно пройти либо переквалификацию, либо пройти очень много различных мастер-классов и также стажировку. Когда я подбираю персонал, я это делаю не одна. У меня есть старший тренер-преподаватель, с которым мы делаем это вместе. Обязательное условие у нас – обучение на базе обучающего центра «Бухта-Барахта». Я с детства занимаюсь плаванием, и когда учился в университете, понял, что надо попробовать, и как-то засосало, то есть понравилось обучать детей. Ну, я не только детей обучаю, еще и взрослых в большом бассейне, то есть в фитнес-клубе. И как-то вот пришел к этому. Когда маленький ребенок у тебя на руках, это и ответственность, и в первую очередь перед родителями ты должен все сделать правильно. Еще до карантина мы начали соблюдать все меры предосторожности. Дезинфекция каждые 2 часа, маски, перчатки. У нас есть определенная памятка родителям. Центр раннего плавания «Бухта-Барахта» города Щелково будет благодарна любой помощи и любому партнерству со стороны благотворительных фондов, фондов поддержки особенных детей, меценатам, крупным предприятиям. Мы готовы к общению, открыты к партнерству и готовы предоставить любые свои услуги, любую информацию о себе, естественно, договорные отношения. Поэтому, если у кого-то есть возможность, желание помогать особенным деткам нашего города, пожалуйста, можете ко мне обращаться в любое время. Меня зовут Альмира, я руководитель этого центра, и я всегда буду рада новому партнерству.